Время сеять на огороде. Мы уже разровняли площадь для того, чтобы посеять кормовые бураки и кормовую редьку. Бураки уже кормовые посеяли. Вот здесь кормовые бураки. А вон там будет кормовая редька. Вот я принес редьку. Вот это, кажется, кормовая редька называется. Но я не специалист. Это такая желтая трава, наверное, будет расти. А может вообще что-то неестественное будет расти. Взял грабли для того, чтобы семена зарыть про бараню. И штатив для того, чтобы снимать. Беру все свои вещи, иду в конец огорода, ставлю штатив и начинаю сеять кормовую редьку. Погнали! Вот этот такой вот небольшой участок мне нужно будет засеять кормовой вот этой вот редькой. Мне кажется, это много на такую площадь, такое большое ведро, посмотрите. Мне кажется, это много. Ну, не знаю, посмотрим, как будет делаете. Партия сказала, нужно рассыпать все, значит, будем рассыпать все. Вот столько вот осталось редьки. Я думаю, не стоит ее уже разбрасывать. Пускай лучше останется. Или как вы думаете, лучше разбросать? Я думаю, пускай лучше останется. Закончил я с редькой. На этом посевные все. Спасибо за просмотр. Еще увидимся.